Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи. Мы вас рады приветствовать в Центре современного искусства «Аурум» на берегу Черного моря в Грибовке. Сейчас начался сентябрь. Всех поздравляем с Днем знаний, потому что знания нам просто необходимы. И сегодня мы начинаем блок, курс такой живописный, который называется «Природные фактуры». И мы с Володей их назвали «Переплетение ветров». Потому что эти пять занятий, пять мастер-классов будут посвящены природным явлениям. Такие природные явления, как скошенное сено, такое, как кора дерева мы будем делать, такое явление, как медь старинного самовара. Кованые решетки будем делать и, конечно же, венецианскую штукатурку будем делать, которая очень сложно будет, трехслойная живопись, и мы будем ее заранее готовить. Все эти фактуры будут завершены небольшим реализмом красивым. Вот как сейчас, да, мы выстроили для скошенного сена, видите, тыквочки и глечики. В общем-то, фактура самого подмалевка будет главнее, чем реалистическое наполнение картины. И таким образом мы вам даем ключ к пониманию ваших будущих подмалевков. Вы сможете экспериментировать в различных направлениях, какие хотите фактуры будете делать. То есть это вам, как бы сказать, под зад ногой для того, чтобы вы сами начали изобретать собственные фактуры. Спасибо, начнем.